Привет, дорогие друзья. Это, наверное, будет Фоксблок, наверное, потому что сегодня 9 марта, и по документам официально у этого товарища день рождения, ему 8 лет. Вот. Да, конечно, были мысли у меня устроить ему, как обычно. У меня это получается выходной день. И обычно какой-то аванс переводится, думаю, ну, был бы у нас там какой-то особенный обед или ужин, или завтрак для фокстерьерщика этого. Потом думаю, ну, и весь день бы, наверное, мы так гуляли бы, ну, в общем, чтобы ему было по кайфу, ну, прям максимально, если погода позволяла бы. Ну, вот сегодня классная была бы погода, но, как говорится, но. Ничего этого не будет. Сейчас мы... Кстати, да, на улице минус 2, снежок. Зима немножко вернулась назад, наверное, на какое-то время, наверное, до середины марта, наверное. У нас так часто бывает. В общем, а что, и возможно, кстати, возможно, это в рубрику, наверное, Фоксблок, так Фоксблок, наверное, будет один из, или, наверное, последний, или не знаю, посмотрим, конечно. Потому что вчера прочитал сообщение от Ютуба. Ютуб, я еще хотел написать такое, думаю, злобно, что Ютуб уже считает... Это территория ДНР, ЛНР. Еще как бы бои идут, он уже его сдал. Потому что мне пришло письмо, что у меня монетизация снимается. Потому что я нахожусь на территории. Я, конечно, спор поднял, но я думаю, смысла нет. Они, наверное, там для себя уже все решили. И судя по чатику, который тоже такие же вопросы, я не один такой. Тоже говорят, а как так? Я же типа нахожусь на территории Украины, гражданин Украины, о них кто-то спрашивал. И не один такой. Получается, вот такая фигня. И вы можете сказать, ну ты ж не для денег снимаешь все. Относить, в основном, да, не только для денег. Но, знаете, было приятно, хоть когда раз в год что-то накопится. Вот, и что-то там я возьму. Или для канала развития, или, ну и для себя в том числе, как бы за труды. Было приятно. Вот топор, последняя покупка была. Это чисто за ютубовские, что накопилось. Так-то мне топор Фискарс была жаба, да, и давила покупать. А так, оба, ну раз YouTube. Ну, а теперь все. Теперь все. Вот. И как бы... Знаете, как это? Мотивации стало меньше что-то снимать. Ну, все равно просто как освещать будем наш... Как бложик вести, как это... Как это сказать? Сильно вкладывать силы, какие-то там качества. Уже вообще нет мотивации. Вот, вот так вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот такие вот новости. По поводу обстановки, ну, утром стреляли в округе где-то, ночью, не знаю, ночью я уже отключился, подустал, вот, так-то все тихо, спокойно, пока что вода, свет есть, не у всех такое сейчас есть, вот, в Украине, ну, вот так вот. Без дублей снимаю, видите, ничего не монтирую, так как вышел с собакой вывести его. Ну, поэтому Джинчика поздравляем, хотя ему пофиг на это все, для него это обычный день, как мы. Но владельцам собак всегда хочется как-то это по-человечески обозначить, да. Ну, ты мне хотелось, но нет, обычный день. Будет ему мясо еще есть, поэтому, слава богу, не обделен еще, но деньги заканчиваются. Стремительно, потому что цены уже повырастают. Сегодня еще пытаюсь затариться. Там посмотрим. Да, ну на этом, Джинчик, скажи всем покедова. Джин, скажи всем покедова. Не болейте, говорится. И всем мира.